Отдел кадастровой палаты по городу Хасаюрт информирует граждан, что в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с 1 сентября текущего года палата наделяется полномочиями по предоставлению сведений, содержащихся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. До этого мы принимали и выдавали только информацию. Заявители к нам обращались предоставлением таких-то информации о каких-то объектах. И в течение регламента, то, что положено 5 дней, мы эти сведения предоставляли. А сейчас, значит, непосредственно обработка этой информации возложена на кадастровую палату. Об этом, значит, выставлено на сайте, информация есть. Это ж, если сказать, что даст. Чуть-чуть упрощает процедуру, как говорится, лишних или не лишних, тоже не так будет сказано. Ну, как посредник, одно звено убирается. Как отмечают специалисты отдела по городу Хасаюрт, изменения должны сократить цепочку действий. Учреждениям не придется передавать друг другу запросы и готовые документы. Иными словами, с наделением полномочий организация будет самостоятельно обрабатывать запросы о предоставлении сведений из единого государственного реестра и готовить необходимые документы. Для чего нужен учет? Учет нужен для того, чтобы правильная информация была в каждом объекте у каждого гражданина. Это, во-первых, нужен и гражданину, чтобы и органам местного самоуправления для правильного расчета, начисления налогов в последующем. Такие моменты будут. Поэтому гражданам я обратился бы, чтобы привели в порядок свои документы. Необходимо отметить, что на данный момент функция по предоставлению сведений реестра не передается кадастровой палате полностью. Эти же функции остаются за управлением Росреестра. В полном объеме полномочия перейдут к палате с 1 января 2016 года. Идрис Алиев, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».